Молодой художник из Греции под псевдонимом Insane51 создает стрит-арт по всему миру. Кстати, рисует не просто граффити, а удивительные многослойные картины с двойной экспозицией, смысл которых помогут раскрыть 3D-очки. Венгерский тату-художник объединил 70 людей ради масштабного проекта – создания анимированной татуировки. Мастер сделал минималистичный рисунок на руке каждого участника. Только объединив их все вместе и расставив в правильном порядке, можно понять смысл каждого тату по отдельности. Экстремал Егор Лесной показал ролик личного рекорда. Он погрузился на дно Байкала на 7 метров без гидрокостюма. В описании Егор попросил зрителей не повторять подобное, так как это опасно для жизни. Также он добавил, что это был уникальный опыт и ощущение, ведь температура воды была около плюс 2 градуса. Блогер Джеймс Тревина настолько сильно любит читать, что начал воплощать в жизнь сцены из любимых произведений. И делает он это с помощью своих книг. Их в личной библиотеке Джеймса уже более 1000. Начиналось все очень просто. Сначала блогер рассказывал о прочитанных книгах, вместе с обзорами он добавлял фотографии. И с каждым разом снимки становились все сложнее и сложнее, до тех пор, пока не переросли в масштабные инсталляции. Мистер Поки, пожалуй, самый счастливый ежик на свете. Его хозяйка часто путешествует по миру и практически во все поездки берет питомца с собой. Судя по фото, странствования доставляют малышу истинное удовольствие. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.